В Запорожье участников шествия с портретами ветеранов не пропускали к мемориалу погибшим солдатам. Чем завершился праздничный марш здесь? Подробнее наши корреспонденты. В Запорожье чествование началось с провокации, когда около сотни участников акции с портретами ветеранов двинулись к аллее славы, дорогу им преградили радикально настроенные молодые люди. Якобы заметили у нескольких пенсионеров георгиевские ленты. Спорную символику решили отобрать силой и заблокировали движение марша. Ну, говорите, старички, принаймні, вони протягують. Ми популярно роз'ясняємо, що це символ війни проти України, насправді перетворився. Учасники марша простояли у стен мерії около часа. Поліцейські вистрілили цепью і розділили ідеологічних противників, щоб не допустити столкновений. Коли на Алеї Слави завершились офіційні мероприятия і більшість людей розійшлось, учасники марша знову попытались пройти к меморіалу. Но тут уже без потасовок не обошлось. Вот пошли кулаки и даже слезоточивый газ. Досталось даже начальнику патрульной полиции. Я не знаю, постоянно находился тут в эпицентре подій. Я не знаю, щодо затриманих, скільки не знаю. А группа молодых людей с целью высмеять участников марша присоединились к шествию с портретами героев популярного сериала «Игра престолов». Изображения стилизовали под фото военных лет. Но шутка осталась неоцененной. Возложив гвоздики к мемориалу погибшим воинам, участники акции разошлись. Позже стало известно, за потасовки задержали несколько человек и буквально сразу отпустили. Полиция отчиталась. Существенных нарушений общественного порядка во время праздничных мероприятий не зафиксировано. Виктор Ткачук, Андрей Кравец, Вячеслав Никифоров. Подробности. Телеканал Интер. Запорожье.